Сегодня в Большом театре на исторической сцене «Звездная ночь». Гала-концерт, посвященный завершению чемпионата мира по футболу. Мировые знаменитости, оперные и футбольные, этот вечер обещает быть таким же ярким, как и само первенство. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Хибул Герзмава, Юсиф Эйвазов и другие исполнят лучшие арии мирового репертуара. На концерте будет присутствовать президент России Владимир Путин. И сегодня, до начала торжества, участники «Ночи в Большом» делились своими впечатлениями о чемпионате. Организовано очень замечательно, хорошо, красиво. Мы следили, конечно, и очень рады за нашу команду, которая очень достойно выступила. Молодцы. Я смотрела некоторые матчи, мне очень нравилось, интересно. Да. Болела. Голос сорвал. Я ей сказал, ты же не болельщик. Она говорит, я болею за игру. Ну, да, я не болела за конкретную команду, но если я вижу, что игра хорошая, интересная, тогда мне нравится. Спорт, искусство – это объединяет людей, это объединяет мир, сплоченность всех, радость, и это открывает душу. Понимаете, когда мы смотрим на сцене, прекрасные события происходят, мы радуемся. Когда мы смотрим на стадион, играет красивый футбол, мы тоже радуемся. Мы еще раз доказали всем, что мы можем, что мы сплоченные. И что перед нами все открыто и нет никаких преград. Мы все можем, все умеем и только вперед. На праздничный вечер приглашены главы иностранных делегаций, которые завтра будут смотреть финальный матч в Москве на стадионе «Лужники», президенты, члены ФИФА, руководители футбольных ассоциаций, легенды футбола. Трансляция гала-концерта начнется на Первом канале в 23 часа.